Привет, друзья! Вы на канале «Вкусные рецепты от Аллы». Сегодня поделюсь с вами, как можно хранить зелень в холодильнике долго, чтобы осталось свежим. Вы меня часто спрашиваете в комментариях, как я храню зелень, поэтому решила сегодня поделиться с вами. Как раз я сегодня была на рынке, купила два пучка хороших петрушки. Вот посмотрите, какие они крупные. Взяла всего один пучок укроп и два пучка взяла базилика. Базилик мы очень любим. Как раз сегодня вместе с вами я все вам покажу, чтобы вы тоже так хранили зелень в холодильнике. В таком способе, который я сегодня буду показать, можно хранить где-то 7 до 10 дней. Сейчас я быстренько буду чистить за кадром, буду удалять вот от корней, буду промывать, а потом продолжим вместе с вами. После того, когда хорошо промываем зелень, перекладываем друшлаг и оставляем на полчаса, чтобы вода стекала. Лишняя влага нам не нужна. Друзья, посмотрите, вот из базилика я обрезала верхушку и взяла лепестки. Сейчас покажу. Вот посмотрите, стебелки вот такие не нужно. Они очень грубые. Ждем полчаса. Потом продолжим вместе с вами. Друзья, после того, как стекла вода, перекладываем на кухонное полотенце. Сейчас я вам все покажу. Делим пока в сторону. Вот возьмем полотенце кухонное. Полотенце у меня сухое. Вот так перекладываем зелень. Видите, здесь у меня сколько. Еще хочу показать. Внутри еще есть влаги чуть-чуть. Так должна быть. А потом будем заворачивать. Вот так плотно не надо, друзья. Собираем краюшки. Тоже закрываем. Вот так. Возьмем целлофановый пакетик обычный и ложим пакет вот так, друзья. Здесь у меня петрушка и укроп, а потом я плотно вот так закрываю чтобы сохранилась внутри чуть-чуть влага. Вот первая у меня упаковка готова. Вот так отправляем на среднюю полку в холодильник. Теперь будем то же самое делать. У нас осталось базилик. Опять перекладываем базилик на полотенце. Вот так возьмем. Здесь тоже, смотрите, чуть-чуть есть влаги. Видите, так должна быть. Да, друзья, не давайте полностью стекать воды. 30-40 минут достаточно. Так, опять будем заворачивать. Не передавливая. Тихонечко заворачивайте. Собираем краюшки тоже. Видите, здесь уже полотенце чуть-чуть мокрое. Поэтому не надо до конца сушить. Возьмем опять пакетик. И перекладываем. Вот так ложим пакетик. И обязательно надо вот так завернуть хорошо. Завернуть, да. Чтобы чуть-чуть влагу осталось. Чтобы влага не потерялась. Вот так, друзья, смотрите. У меня два пакетика. Сейчас я буду отправить в холодильник. Я уже сказала, на среднюю полку. Там можно вот хранить недельку, даже больше. А когда надо использовать, открываем пакетик. Возьмем сколько нужно, а потом опять заворачиваем, закрываем плотно пакетик и ставим в холодильник. Вот так, друзья. Видите, как все просто. И у вас под рукой всегда будет свежий зелень. Этого нам хватает только на неделю, друзья. Мы очень много потребляем зелень и вам рекомендуем. Зелень – это здоровье и долголетие. Очень хорошо можно хранить именно так, друзья. Обязательно попробуйте. Часто в комментариях
писали, поэтому решила поделиться с вами. И просили, чтобы мы показали, как мы храним зелень. Почему у нас всегда такая свежая зелень, у нас под рукой. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Оставайтесь с нами. С нами всегда будет хорошо, комфортно, тепло и вкусно. Всем пока-пока. До свидания, друзья. Будьте здоровы.